перехода к судебному следствию, пожалуйста, государственный обвинитель, изложите вам обвинение. Можно сидеть, разрешаю. Так, Анатолий Владислав Витальевич, 18 мая 1984 года рождения, в настоящее время не работающий период, 18 ноября 2009 года по 28 сентября 2021 года работающий в органах руководителя Ростова. Совершил покушение на течение детского имущества путем обмана при следующих обстоятельствах. Приказом прокурора Саратовской области номер 749-27 декабря 2018 года младший советник юстиции Иванцов с 9 января 2019 года назначен на должность прокурора отдела по соблюдению закона социальной сферы управления по надзору и исполнению федерального законодательства прокуратуры Саратовской области. Согласно распоряжению прокуратуры Саратовской области номер 78-7-Р от 24 марта 2021 года о распределении обязанностей в отделе по надзору и соблюдению закона социальной сферы управления по надзору и исполнению федерального законодательства прокурора отдела Иванцова, в том числе по предмету рассмотрения обращений и организации надзора и исполнения законов, направленных на защиту прав граждан, участников долевого строительства в инквартирных жилых домах. Надзорный орган Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, управление Росреестра по Саратовской области. Соответственно, приказу прокурора Саратовской области номер 357 ЛСО 11 июня 2021 года, младший советник юстиции Иванцов, 15 июня 2021 года в порядке перевода освобождения на должность прокурора отдела по надзору соблюдения закона в социальной сфере управления по надзору и исполнению федерального законодательства прокуратуры области и назначен на должность помощника прокурора Заводского района города Саратова. Согласно распоряжению прокурора Заводского района города Саратова номер 18-Е от 10 августа 2021 года определены обязанности между работниками прокуратуры района. На помощника прокурора Иванцова указал в том числе на должность соблюдения законодательства о жилищных правах граждан, жилищных, коммунальных сферах, части ремонта и содержания жилого фонда, прием обращения к телефону горячей линии о фактах нарушения законодательства в сфере ЖКХ. При реализации национального проекта «Жилье и городская среда жилищная» в коммунальной сфере, при переселении для аварийного жилья, эксплуатации жилищного фонда и формировании совместной городской среды, подготовка проекта судебным искам и заявления по закрепленному направлению деятельности. Приказ прокурора Саратовской области номер 626 ЛС от 16 сентября 2021 года Иванцов 28 сентября 2021 года освобожден от должности помощника прокурора Заводского района города Саратова и уволен из органа прокуратуры Саратовской области по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подласова по регистрации брака от 19 марта 2022 года Шухалина Дарья Хатерсова Подласова 20 января 1995 года рождения, имеет статус сироты, в соответствии с распоряжением Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области номер 31-Р от 31 января 2017 года принято на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору займа специализированного жилого помещения и государственного специализированного жилищного фонда Саратовской области. В один из дней конца ноября 2020 года точное время установлено подласового неофициального порядка по рекомендации своих знакомых обратился сотрудник прокуратуры Иванцова в ходе телефонного разговора в последнем высказал ему просьбу оказания содействия, в том числе по юридическим вопросам получения ей квартиры и жилищного сертификата на приобретение жилья. В ходе данного телефонного разговора Иванцов согласился оказать помощь подвасу в решении указанных вопросов, набрав последних своему знакомому юристу приобретенного, обозначив стоимость данного вида услуг в 10% от стоимости полученной квартиры, либо жилищного сертификата, с чем подвластвовал в последующий период времени встретился с Федоровым, обозначил ему суть интересующие вопросы и доверил ему представление своих интересов для их решения. Постановление правительства Саратовской области номер 524 от 6 июля 2021 года утверждено положение о порядке представления социальной выплаты на приобретение жилого помещения собственности удостоверяемые именные свидетельства. Желающий лица, состоящий на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, получит взамен квартиры либо жилищного сертификата именное свидетельство о представлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственности. В связи с изменением законодательства и отсутствием каких-либо действий со стороны юриста Игородова и сотрудника прокуратуры Иванцова решение вопроса по классу с получением квартиры либо жилищного сертификата на приобретение жилья 9 июля 2021 года последний самостоятельно обратился в Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, куда предоставил необходимые документы для получения именного свидетельства. В связи с
сообщением 28 августа 2021 года Министерству невыгодно именно $17,228,326 для приобретения жилого помещения в собственность, о чем на речи стало известно Иванцову, не оказавшему никакого воздействия от подвластного получения данного именного свидетельства, а также достоверно осведомленного об отсутствии такого задействия со стороны юристов придорожного. Период до 30 сентября 2021 года точная дата не установлена, Иванцова, находящаяся на территории города Саратова из коррозных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств от ЛАСа путем ее обмана с причинением значительного ущерба под предлогом оказанного им как сотрудникам прокуратуры содействия представления под ЛАСа Министерства именного свидетельства. В действительности Иванцов, являясь сотрудником органов прокуратуры Саратовской области, не обращался к должностным лицам Министерства для решения вопросов о представлении под ЛАСа именного свидетельства, а путем обмана после самостоятельного получения именного свидетельства под ложным предлогом оказания с его стороны как должностного лица в соответствии с получением именного свидетельства, намеревался похитить денежные средства под ЛАСа в течение последних значительных ущерба. В период с 30 сентября 2021 года до 8 октября 2021 года Иванцов, находясь на территории города Саратова, реализует свой преступный умысел, действия из карательных побуждений, в ходе неоднократных телефонных разговоров с под ЛАСа путем переписки в мессенджере WhatsApp, а также их личные встречи. 4 октября 2021 года около 17 часов у дома 32 по улице Брянской города Саратова требовало от Атласа передачи ему денежных средств в размере 10% от суммы, полученной последним именного свидетельства. Заведомо ложным для него предлогом, оказанным им как сотрудникам прокуратуры содействия представления Атласа министерством именного свидетельства, а в случае отказа от ЛАСа передать ему требуемые деньги, высказал намерение обратиться с правонаделением об аннулировании выданного именного свидетельства, в связи с чем от ЛАСа, будучи путем обмана со стороны Иванцова, введена в заблуждение, согласилась передать Иванцову требуемые денежные средства. В действительности Иванцов, в связи с его увольнением 28 сентября 2021 года из органов прокуратуры, не смог принять меры подачи искового заявления об аннулировании выданного под ЛАСа именного свидетельства, а также никакого содействия в получении последнего именного свидетельства не оказывал. 8 октября 2021 года в ходе телефонных разговоров и переписки в мессенджере WhatsApp Иванцов, продолжая реализацию своего преступного действия из корыстных побуждений, конкретизировал размер требуемых им от под ЛАСа денежных средств в ходе вышеуказанных заведомых для него ложных предлогов, ее обмана в сумме 100 тысяч рублей, а также указал Атласу о возможности перевода ей денежных средств на принадлежащую ему банковскую карту, сообщив Атласу ее номер. При этом Иванцов понимал, осознавал, что причиной представителя зависит от Атласа ущерб будет являться для него значительным. 8 октября 2021 года в 20 часов 08 минут Иванцов продолжает реализацию своего преступного умысла действия с карательным повреждением, получил от подвластного путем перевода последний посредством приложения мобильного телефона Сбербанка Сбербанковской карты МИР на принадлежащую ему банковскую карту. То есть первая часть требования денежных средств в размере 10 тысяч рублей под заведомо ложным для него предлогом, оказанным как сотрудником прокуратуры, содействует представлению подвластного Министерства именного свидетельства. Последующий период времени с 8 октября 2021 года по 2 ноября 2021 года Иванцов, находясь на территории города Саратова, продолжая реализацию своего преступного умысла, действия из корыстных побуждений в ходе неоднократных телефонных разговоров под ЛАСа, требовал от под ЛАСа передачи ему оставшейся части денежных средств в размере 90 тысяч рублей под заведомо ложным в него предлогом, оказанного им как сотруднику прокуратуры в содействии представления под ЛАСа Министерства именного свидетельства при отсутствии подобных фактов с его стороны. Тем самым, в период реализации преступного умысла 8 октября 2021 года Иванцов путем обмана похитил денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, принадлежащих под ЛАСа, который в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Однако Иванцов не смог похитить оставшуюся часть денежных средств, принадлежащих под ЛАСа, в размере 90 тысяч рублей, поскольку его преступная деятельность пресечена 10 ноября 2021 года сотрудниками правоохранительных органов. На основании поступившего 12 октября 2021 года следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Саратовской области заявления об отказе по совершению в отношении ее преступления. Тем самым Иванцов не сумел довести свое умышленное преступное действие, направленное на мошенничество, то есть
причинения чужого имущества денежные средства в надлежащем атласовом размере 100 тысяч рублей с причинением имеет значительного ущерба до конца по независимым от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность причина сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, своим действием Иванцов совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица непосредственно направлены на лечение чужого имущества путем обмана, причинение значительного ущерба гражданину, который не был доведен до конца по независимым от этого лица обстоятельствам. Судья, кстати, пожалуйста, вам понятно, в чем вас обвинение? Да. Вину признаете? Полным обвинением. Защитник и подсудимый желает выразить свое отношение к Вере Андреевне на данной стадии судебного процесса. Да, вообще я должен, я остаюсь совершил данное преступление, но там не знаю, скорее всего, я, более того, в принципе, я осознал сразу, после того, как так пришел в себя и принял меры по защищению чиновника. Защитник. Я помню, как я говорю, я вижу. У меня вопрос еще к вам, подсудимый. Позже говорится о последствии, вами было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Вы указываете, что согласно статьям вам обвинения, желаете восстановление приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Оцените характер последствий данного ходатайства, которое заявлено добровольно после проведения консультации защитника, и ходатайство свое поддерживаете. Ходатайство ваше поддержал и защитник. Ваша позиция не изменилась, вы поддерживаете свое ходатайство рассмотрение дела в особом порядке. Защита не изменилась, ваша позиция. Прокурор, ваше мнение. Уважаемый суд, перед началом уголовного дела, когда государственное обвинение находится с теми материалами, которые представлены в суд, которые обосновывают существо приятного обвинения Иванцова, страна государственного обвинения полагает, что дело рассмотреть в особом порядке не усматривается в связи для ходатайства по переходе в общий порядок судебного разбирательства для установления всех обстоятельств уголовных дел. И для того, чтобы хоть предварительное расследование было уголовное дело в отношении Иванцова, что он совершил данное преступление с исходом своего служебного положения, так как оно здесь будет переквалифицировано на часть 2, статья 159 через часть 3 для выяснения всех обстоятельств и объективной оценки действий Иванцова, страна государственного обвинения полагает, что необходимо перейти в общий порядок судебного разбирательства. Адвокат, спрашивается ваше мнение. Можете полностью согласен. Полностью согласен с прокурором. Да. Сергей, вы тоже ставите согласно. Полностью согласен. Тоже возражаете. Потерпевшая, ваше мнение. Полностью согласен. Возражаете против рассмотрения дела в особом порядке? Да. Суд постановил, поскольку, значит, со стороны государственного обвинения потерпевший возражает против рассмотрения дела в особом порядке, суд постановил прекратить рассмотрение дела в особом порядке, перейти к рассмотрению уголовного дела в общем порядке, дело с слушанием отложить на 29 июня на 10 часов. Судебное заседание является закрытым.